Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас будет пушка-обзор. Возможно, даже разделим его на два выпуска. Итак, первый представитель – это чисто заводская сборка. Это карбоновый электробайк с центральным мотором компании Denzel. Это Samurai, модель 2021 года. Второй байк – это у нас полузаводская версия, это прокачанный Surron. И третий байк – это чистая ручная сборка Charger 12K. Все три байка сравним и по характеристикам, и на скорость на 100-метровочке. Ну что же, погнали! Вкратце по конфигурации Surron, скажем так, сердце нашего байка. Контроллер фирмы Syntec. Если, скажем так, в цене не скованы, то можете даже заказать себе отдельный рисунок. Здесь можно радиатор сделать с каким захотите рисунком. Фазные токи 600, батарейные токи 300. Для любителей еще больше, более мощного конфига, но мы можем снять некоторые ограничения под ответственность водителя. Контроллер имеет специальное приложение, по Bluetooth связывается, и там вы можете настроить себе абсолютно все, что угодно, работает на любом языке, на том же языке, на котором работает, собственно, ваш мобильный телефон. Мотор здесь у нас стоит заводской, он отлично переваривает все эти токи. Немного греется, но в целом в дальнейшем планируется даже для него сделать отдельное охлаждение. Батарея у нас на 20 ампер-часов больше, чем заводская. Здесь 52 ампер-часа. Напряжение 60 вольт, но при этом она входит в штатный отсек, закрывается штатной заводской крышкой, и не нужно ничего кастомизировать. Потому что версия на 72 вольта, которая создается для, скажем так, большего подрыва эндурини или там кого-нибудь на короткую дистанцию дернуть, здесь, соответственно, придется дополнительно такую крышку кастомизировать, потому что кейс, он вот так вот как-то выпирает настолько, соответственно. Для любителей более плавного старта и более тихой езды есть вариант с ременным приводом. Звезда у нас здесь стоит заводская 58, но, соответственно, если хотите поиграться со стартом или с крейсерской скоростью, то, соответственно, либо увеличиваете звезду, либо уменьшаете звезду. Такой кожух защитный от грязи, соответственно, это тоже заводское уже решение. В любом случае, по данному байку можно прокастомизировать все, что угодно. Вот даже защита на маятник, видите. Проставочки для того, чтобы пеги, соответственно, были для людей с более высоким ростом, было удобнее сидеть, соответственно. Также есть проставки для сидушки, чтобы поднимать ее, ну и даже опускать. Поставить вам какие-нибудь красные обода мотоциклетные. Помимо прочего, естественно, можно удлинить брызговик такой кастомный, не ломается, то есть если зацепили или еще чего, он снова принимает свою же форму. Колеса здесь заводские, 19-е мотообода, внедорожные, соответственно, покрышки. По подвеске, опять же, тут особо нечего экспериментировать, можете себе хоть морзочить, хоть что угодно, в зависимости от назначений байка. Следующий байк Charger Bullet. В принципе, про эту модель мы уже рассказывали год назад, то есть прототип уже был выпущен. Данный конфиг, он просто чуть слабее, поэтому, в принципе, можем вам напомнить уже из ранее сказанного. Итак, сердцем байка у нас является
подвесной центральный мотор Quanshun, номинальное значение 3 кВт. При полностью заряженной батарейке в него вкачивается до 19 кВт, то есть у нас 126 вольт, это максимальное значение при заряженной батарейке. Номинальное значение, соответственно, у нас 111 вольт и, соответственно, вкачивается около 16 плюс кВт. Батарейка, как уже ранее было сказано, 111 вольт на 27 ампер-часов, 30S. Максималку он развивает 100-110 км в час. Это еще не максимальные значения, так как модель экспериментальная. Мы с крейсерской скоростью пока, соответственно, экспериментируем. Привод у нас на ремне, он очень тихий по сравнению с цепью и достаточно плавно стартует. При этом мега мощный и шустрый. Тормоза здесь мотоциклетные, четырехпоршневые. Сзади стоит 200-й ротор мотоциклетный, спереди стоит 220-й ротор. Подвесочка тоже полноценная мото. Сзади DNM амортизатор, спереди вилочка мотоциклетная. Такие декоративные боковые панели из дерева. В них у нас вставлены 10-ваттные динамики. Скажем так, они против дождя, грязи, пыли, то есть влагозащитные. И, собственно, сама подсветочка неоновая по контуру, она у нас подключена к музыке и может менять свет и мигать под музыку. Так, спереди у нас стоит мотообод и мотоколесо 16 радиуса, сзади у нас стоит колесо 12 радиуса. Покрышки у нас здесь внедорожные, соответственно, его можно эксплуатировать как в городе, так и по пересеченке. Так, давайте вкратце по функционалу пройдемся. Замок зажигания, здесь у нас блок управления светом, поворотники, задние поворотники классические и передние поворотники расположены у нас в зеркалах. Сигнал и кнопка дальнего света. Дальше здесь у нас включается общая подсветка вместе с фонарем. Два динамика по 50 ватт. Пульт управления музыкой. Вольтметр и три скоростных режима – Eco, Normal, Boost. Несмотря на разницу в конфигурации и приводе, мы все же решили провести эксперимент. На обоих байках отключен плавный старт. И для того, чтобы нивелировать разницу между ремнем и цепью, мы решили произвести старт не с нулевой отметки, а с 40 км в час. В результате эксперимента оба байка проходят 100-метровочку практически одинаково. Ну и третий байк, который на сегодня был запланирован, это обновленный карбоновый самурай. В принципе, мы приняли такое решение, чтобы не перегружать вас информацией, решили посвятить этому байку отдельный выпуск. Поэтому данную красоту вы увидите в ближайших выпусках. Ждем жирную дискуссию, пальцы вверх и до новых встреч, пока!